Всем приветики. Пришла мне вот такая посылочка из Китая. Запечатанная пупырку. А в этой пупырке умный браслет. Правда, она немножко помялась. Надеюсь, там все будет нормально. Вот. Сейчас глянем, получается. Это где открыть? Что у нас тут вообще есть? Так выглядит сам браслет. Функции, которые он все поддерживает. Так, здесь по бокам ничего. Снизу, сверху. Вот сзади модель смарт-браслет. Входящая 5 вольт дисплей. 5-7 дней работает нормально. Bluetooth. Ага, поддерживается Android. iPhone. Так. Понятно, внутри. Что у нас внутри? Все, там больше ничего нет. Так, инструкция, естественно, на китайском. А нет, еще и русский есть, получается, китайский. Китайский язык. Да, тут ничего не понятно. И русский. Ой, вернее, какой русский, английский. Ну, здесь, в общем-то, тоже не особо-то. Ну, так-то в целом-то разобраться можно, если посидеть, подумать, да и переводчиком воспользоваться. Вот. Потом такая коробочка, в ней лежит браслет. Сам такой браслетик. И, я так понимаю, зарядное устройство. В пакетике лежало зарядное устройство, получается. Вот оно такое. Зарядное устройство. Это получается как такая защелка, как прищепка. Так. Вот оно вставляется в обычный USB-шник. К компьютеру или к заряднику от телефона. А эта штука подсоединяется, ложится в нее браслетик и вот таким вот образом ложится в прищепку браслетик. Таким вот образом ложится в прищепку браслетик и заряжается. Так, а сам браслетик, вот он. Кстати, на ощупь очень приятная, такая, как бархатная все равно. Это резина, но она такая на ощупь, реально как бархатная какая-то. Очень приятная на ощупь. Ну и сам браслетик, вот он, сзади. Три контакта. Для чего? Для зарядки. И еще две такие вот штуки. Видимо, для того, чтобы считывать пульс и все такое. Они прямо на руке будут лежать. Будут считывать твои сердечные пульсы и все остальное. Давление. Оно же здесь может и давление измерять. Вот. Но на первый взгляд пока что еще непонятно, что это такое. Ну, будем разбираться, пробовать. Пока что я ничего не могу сказать. Надо открывать инструкцию, сидеть, читать. Смотреть, что там, как. Вот. Как оно крепится, вообще непонятно тоже. А, вот так вот, понятно. То есть ты надеваешь браслетик. А на руку просовываешь его. Вот в это ушко. И здесь... Здесь такая интересная защелка. Здесь просто ушко. Здесь такие дырочки. А здесь такая типа кнопочка с такой штучкой. Видно, там будет не видно. Она типа такая расширяется. И ты когда одеваешь, когда выбрал нужный размер,
Просто заталкиваешь туда в эти дырочки. И оно вот, если затолкнуть, просто вот вылазит, все и защелкивается. Блин, такую застежку я первый раз вижу, лол, прикольно. Так, сейчас оденем. Так. Это получается мне на руку, чтобы полностью одеть, это надо вот так задвинуть и... А тяжеловато на самом деле одному одеть. Ну вот, вроде. Вроде нормально, как на мне. Как на меня и делано. Круто смотрится. Посмотрим еще, как работать будет. Ну так, с виду. Такой стильный браслетик. Хороший. Нормальный, классненький. Главное, чтобы его там придавила коробка немножко. Чтобы оно не повлияло на него. Хотя он там был весь в упырке. Плюс здесь еще пластик. Должно было нормально все сохраниться. Вот, так что посмотрю, как оно там будет. А здесь, кстати, такие чувствуются, как такие маленькие тоненькие кружочки, которые прям чувствуются руками на ощупь, что там много таких вот кружочков. Оно прямо вот по ним аж шуршит. Не видно просто. Или видно. Но такое прикольная, хорошая штука. Мне нравится. На вид оно и такое стильное, и приятное на ощупь. А как оно само по себе... Не знаю, надо пробовать. Вот. Так что как-то так. На этом все. Всем покедова.